свои лица. Ну и, конечно, сделать замечательный яркий результат. Программку в нашем фан-шопе около исторической арки. Покупаем программку и получаете возможность. Привет. 3, 2, 1, поехали! Yeah.
So first of all, congratulations, your second hat-trick for our club. So tell us, what is the secret to this? No, just work again, you know, because I need to do my 100% to show to everybody that I can, and I am in Dynamo Minsk, and the team also, they help me, they give me pass, and everybody fight for me, and they give me very good assists. And I just can score. Good team, they are fighting until the end, you know. And we need this 3 points, and we just fight against them, and we win also. And Belarus also, they are growing, you know, they are growing, and the football is developing also. But it's good. В первую очередь поздравляю с победой и с голом. В последнее время очень результативные у вас именно получаются игры. Как оцените вообще и последние ваши матчи, как оцените сегодняшнего соперника, вообще игру? Спасибо, конечно. Ну, очень важно, что победили. Понятно, против нас все стараются играть, потому что никто нам просто так очки не дает. Было тяжело, но хорошо забили в первом тайме 2 гола, во втором забили быстро, и как бы игра чуть уже подуспокоилась, и мы, по сути, контролировали игру. Поэтому, ну, хорошо, что так получилось. Главное, 3 очка надо. Не знаю, следили ли за своей статистикой. Этот матч стал для вас 100-м в высшей лиге Беларуси и плюс 15-й гол за все это время. Как ощущения от таких результатов очень-очень-очень серьезных? Ну, за статистикой не следил, но число 100, конечно, это хорошая игра. Как бы, ну, хорошее число, поэтому я рад. Плюс гол забил в 100-й игре. Ну, конечно, все позитивно, все отлично. Дай бог, будем двигаться дальше к новым высотам и в голах, и в играх. Понятно, что хочется в каждой игре выигрывать, но соперник тоже не дремлет. Они тоже стараются нас кусать, забирать у нас очки. Ну, будем работать, будем стараться. Наша цель – побеждать в каждой игре. А уже, как говорится, по осени посмотрим, где мы окажемся. Конечно, хотелось бы быть как можно выше.